Общественный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей региона впервые собирается в новом составе. Сейчас в нем 30 бизнесменов. Среди главных задач встречи – узнать друг друга. Представить новый состав совета в первую очередь. Он будет более расширенный, нежели раньше. Для представления в общественном совете по максимуму всех представителей отраслей. Добавились еще 20 человек, которые представляют все отрасли. И самые необходимые сегодня – это производство, это промышленность. Самое главное, что к нам добавились коллеги из высших учебных заведений, для того, чтобы мы во взаимодействии науки, власти, бизнеса и общества могли инициировать какие-то вещи, которые нужны для развития нашего региона. Сейчас в общественный совет входит 30 бизнесменов. У каждого из них действующие предприятия с большим количеством сотрудников. Это действительно классная возможность обратиться, какие-то затыки, которые возникают, проблемы в работе там, у любого предпринимателя, барьеры какие-то административные, с помощью его команды решить. Я решила, что надо вступить в совет. Мне очень импонирует работа и уполномоченного по правам предпринимателей. И я вижу в этом институте определенную помощь и поддержку для какой-то защиты и для того, чтобы поддержать деятельность предпринимателей вот просто даже в каких-то рабочих буднях. Решать в досудебном порядке конфликты интересов, налаживать взаимодействие с органами власти, прокуратурой, налоговой, антимонопольной службами. Работа по защите прав предпринимателей ведется ежедневно. Анастасия Незнанова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.